Бренд «Тюменская рыба» необходим региону. Сейчас составляет список предпринимателей, готовых принять участие в его разработке. Предстоит выбрать, либо это будет бренд общий, областной, либо у каждого переработчика свой. Вопрос обсуждали на заседании рыбохозяйственного совета при областном департаменте ПК. Отметили, что тюменскую рыбу, особенно пелец, необходимо продвигать. В прошлом году объемы переработки выросли более чем на 20%. Не все знают, где ее можно купить, не все четко могут идентифицировать, тюменский это производитель или не тюменский, потому как на рынке большой ассортимент различного рода продукции, в том числе и белорусской. Хотя, значит, Белоруссия нигде не граничит с морем, тем не менее, очень много продукции, значит, рыбоводческой производится именно Республикой Беларусь. На встрече также отметили, что только треть закрепленных водоемов региона используют предприниматели. На то есть причины – это прежде всего рыбаки-любители, которые наносят серьезный урон арендованным водоемам. А еще необходимы немалые средства на мелиорацию озер. И